Тут все стихами говорят, где мы с ума сойти. Поймал себя на мысли о прекрасном, но, думаю, свершилось наконец. Всю ночь творил, писал, картина маслом. Петрович, колбаса, стакан и огурец. Ну ладно, на самом деле времени очень мало осталось. Вот, поэтому программу сокращаем как можем. И начнем сразу с главного. Для летчика ВЛК это самое главное. То есть, не пройдя врачебно-летную комиссию, летчик к полету не допускается. Поэтому представьте себе ситуацию. Военный госпиталь, в нем 40 здоровых дураков, которые ходят, слоняются, от нечего делать, бьют баклуши, потому что с утра быстро-быстро пошли кого-то врача, и целый день свободен, как мышь в амбаре. Вот. И в этот момент привозят пиво. А пить нельзя. Вот. И вот потихонечку каждый хватает в ординаторской свою баночку родную, а мне написано, ну, для мочи. Там Иванов, Петров, Сидоров. Он берет свою родную баночку из мочи и бежит туда вниз, наливает себе пивка и быстро-быстро-быстро убегает. В это время Вася лежит наш, такой был летчик, такой здоровый. Ребята, а где вы взяли пиво? Да вон, скорее там привезли быстро, после пива. А банки? Ну, в ординаторской своя же банка есть, там Вася пошел банку свою, двухлитровую такую здоровую банку нашел. Там с подписью, с его фамилией, как положено. И от жадности набрал ее полную. Так, сверху пенка такая. И так идет. По ковровой дорожке. В это время выходит Тамара Ивановна, наша старшая медсестра. Увидела, Вася, зачем так много-то? Тамара Ивановна, извините. У Тамары Ивановны шок. Две недели откачивали. Ну, поэтому ВЛК дело серьезное. Я хотел бы, чтобы вышли сюда летчики настоящие. Вот кого я знаю, вот Валера сидит. Вон Коля Ясников, я его представлю сейчас. Ишь такой. Я вам сейчас дам листочек бумаги. Там вон вот черненьким написано, что пить. Главное, орать по-русски. Да, вот. Все есть. Вот. Володь, а где Бог Городейский-то? Городейский сачок. Еще летчики есть в зале? Выходи. Спасибо. Вон еще один листочек. Паш, включи фонограмму только ВЛК. В общем, сейчас вы узнаете, как проходят летчики ВЛК. Лежим в торце, а на поле по здоровеньким пучках. Вся мача у нас стеклянный таре под контролем у врача. Наши руки рано как кукол, наши пальцы дырка как прокол. Наш кошмар литровый ЛВК. Мы проходим ВЛК, капитан Игнатов разговорщики. Светясь от оптимизма, медсестра вспомнит приказ. Рысвичку терпеть не может клизму, уважая унитаз. Но Тамара знает свое дело, два ведра и дюймовая смело мы свистим. Вот и бабка ВЛК. Майор Шумаков, отставишь себя? У меня азури хватает, у Витюсь целых пять. Врач еврей торжественно вздыхает, был приказ всех уравнять. Равни на краю! Вот теперь все точно по уставу, не получит лишний зуб каляму. Уважаю жуклика. Лейтенант Знаков, хорошо!
и я тебя повеселю. У него лицо, как у артиста, наши рожи все в слезах. Ранеем, мать вашу! Все вся слизька, очень люб Тамарке, и плывем, плывем, как на байдарке. Так, Мурси, гладенький бочок. Ну, спасибо, гладенечок. Это что такое? Что Ларинго крутит кресло, ухмыляется Тарзан. Где ваши деньги? Ох, смотреть на битву интересно, как кино про партизан. Убейте нас, Баскевич, спешено! Вам так он почти уже профессор, но уж почистит лучше, чем компрессор. И звучал, и глаз, и горло ух. Сейчас Тарзан схлопочет в нем. Капитан Мехлюков, вылетик или где? На баре выходные у врачей. Пьем пивко в стеклянной нашей таре из-под наших же мочей. Но строги, строги у них в порядке. Целый день с врачом играем в прятки. Пьем дежуры, так и с ЛПК. Нас ждет для ВЛК. Мажор Дэля, отлепись от этого. Ты чухай, Дев нам дал лопит. День пришел и все пошел. Раз, раз. Кирус зарыл с ей торжок. Может, что цену нашел? Я тебя посмею. Ну, за друга я тебе спокоен. Нет, не рыжий, пьем не геморроя. Не напрасно Танька нас была. Да, такие не пила. Куда были снимать? Важный парень наш невропоток. Ну, маленький не себе. На том были коров и тёлок, щипи панков и детей. Молотком убил нас по коленке, щекотил, размазывал по стенке, лобзом глаз куражился достать. Ну, бурдом где-то ребенок, мать. Лейтенант Трунов, остается гаджет! Часа зверея от экстаза, Витька крутит, а лишь сосед. Терапевт, дотошный, как зараза, не дает зеленый свет. Снится на пирогах космодрома, снится пара камера бурдома, в центре пугой гадочек грозит. И зашлись паразит. Тихни, врачи нам грызли спины, да я все уж им простил. Капитан Ясников, сейчас бы их в мою кабину, я бы их тоже протокатил. Витьки, все, теперь по барабану, сейчас пойдем, замажем по стакану и прощай, инструктор ЛПК. Целый год без ВЛК! Стой! Раз, два! Yes! Вот они, летчики! А теперь Коля, Коля, слушай. А теперь мы хотим опровергнуть слухи, что летчики стареют так же, как и все нормальные люди. Про возраст свой не говорю, но намекну. Пробел восполнен. На девочек еще смотрю, а вот зачем? Да не помню. Но тут, видите, есть, зря девки не глядят на стариков и лаской не спешат нас ублажать. Мальчишка переспал и был таков. А старенький не сможет убежать. Вот, поэтому мы решили опровергнуть эту тему. Там есть песня про настоящих летчиков, поэтому продолжаем эту тему. Далее. Первым делом, первым делом. Самолет. Ну, а девушки? А девушки?
темной ночкой тратосферы. Там жизнь совсем-совсем другая, и ты живет такой, не зная грусти. Грусти жизнь за троих, меня ревнуя к высоте. Камарья, воздушные бородя, птички первым делом любят перья, птички. А потом, что потом? Девушек любит сам Всевышний чики. А потом, что потом? Девушки! А мы не возражаем. Привет! Снова улетаем под ветер. Нас небо приласкает темной ночкой тратосфере. Там жизнь совсем другая. Такое, не зная грусти, грусти, старишь меня, ревнуя к высоте. Девушка, ходят слухи, что они как дети. 60, а в голове все ветер чуть. А потом, что потом? Девушки, а мы не возвращаем. Привет, снова улетаем по дне. Нас небо приласкает темной ночкой стратосфере. Там жизнь совсем-совсем другая, и ты идет такой, не зная грусти. Грусти жизнь, закаришь меня, ревнуя к высоте. Там жизнь совсем-совсем другая, и ты ее такой, не зная грусти. Грусти же небеса, каришь меня, ревнуя к высоте. Между прочим, летчик-истребитель, мой однокашник, полковник, настоящий полковник. Ну и чтобы осталось время для моего друга Коли Анисимова, все-таки, честно говоря, мы хотим рекламировать больше Кольку, чем себя, поэтому я быстро-быстро закончу на ноте как бы такое, что... Ну, эта песня мне дорога, потому что она, наверное, про нас. Пусть крепчает маразм, пусть сореже оргазм, пусть мы привычек своих не меняем. Путь, как всегда, выбирая путь, оставляя долги и грусть, мы, друзья, уезжаем. Бред. Скажет свет мне сосед. Бред. У него есть уютный плед. В час вечерней прохлады. Нет. У меня к вам претензий нет. Пусть у вас даже в рай билет. Мне ваш рай до ламбады.
пусть плохой я стратег, пусть и не мой 21 век, пусть век чужой и не лицеприятный. Путь, нам еще остается путь, словно стрелок бегущих суть, и простой, и понятный бред. Снова бросит сосед мне вслед бред. У него уже есть билет от Москвы до Канады. Нет, у меня к вам претензий нет. Пусть у вас даже в рай билет, не ваш рай, да ломбарь. Пускай, как всегда, будет в Питере дождик ли, или на ягода над Москвою туман стоять, а мы едем сюда, чтобы жить, и живем, чтоб сюда приезжать. Пусть все лучшее там, пусть мы раздали года, пусть мы на новый наш мир не пеняем. Путь, провожая любимых в путь, и любви постигая суть, мы наш мир покидаем. Бред, мне не скажет больше сосед бред, он уже променял свой плед на 2 метра ограды. Нет, у меня к вам претензий нет. Пусть у вас даже в рай билет, мне ваш рай да ломбарь. И пускай, как всегда, будет в Питере дождик ли, пеленая года, над Москвою туман стоять, а мы едем сюда, чтобы жить, и живем, чтоб сюда приезжать, а мы едем сюда, чтобы жить, и живем, чтоб сюда приезжать. Пусть кричает маразм, пусть все реже оргазм, пусть мы на бизнес друзей не меняем.